Куриное филе отварить в подсоленной воде с добавлением специй до готовности. Куриные яйца сварить вкрутую. Огурец очистить от кожуры, семян. Нарезать кубиками и выложить слоем на блюдо. Яичные белки натереть на крупную терку и выложить слоем на огурцы. Нанести слой майонеза. Разобрать отваренное куриное мясо длинными полосками, мелко вдоль волокон и выложить слоем на огурец. Посолить грузинской солью. Нанести слой майонеза. Чернослив и грецкие орехи мелко порубить, перемешать и выложить следующим слоем, промазав майонезом. Желток натереть на мелкой терке и распределить завершающим слоем на салат.